А вы не рассматриваете вариант, что Армения говорит окей, не Азербайджан говорит окей, ребята, без проблем. Мы не собираемся переносить войну на вашу территорию, мы даже вообще ничего не собираемся делать. То, что где стоят наши войска, нас вполне сейчас удовлетворяет по результатам сентября. Мы просто-напросто закроем Лачинский коридор, поставим там войска, не КПП, а войска поставим там. И не пропустим ни одной армянской машины ни туда, ни сюда. Воевать будет Армения с Азербайджаном за Лачинский коридор? Или ОДКБ будет воевать? Это же сценарий. Да, это сценарий. Но, так скажем, интересный вопрос. Нет, ОДКБ воевать с Азербайджаном не будет. Будет ли Россия этому препятствовать, я сейчас не могу сказать. По логике, вообще-то, насколько я понимаю, конечно, Россия тоже не заинтересована, чтобы его позиции... Да Россия не сможет. Сил у России нет столько сейчас. Это же тоже... Ну, так скажем, я все-таки сомневаюсь, что Азербайджан так... так скажем, так открыто выступит против России. Да, тут я не думаю, хотя не исключаю. Потому что если Азербайджан будет это сделать, это означает нарушение заявления 10 ноября. Да, да. Да. То есть это означает, что Азербайджан будет сказать, что окей, для меня заявление, трехстороннее заявление 10 ноября уже не существует. Нет, существует, но Армения его не выполняет, и мы не выполняем.